Аптечка нужна. Бля, я вообще ходить не могу. Сейчас, короче, себе доиграем, но я выйду, перезайду заново, перезагружу все, это пиздец полный. Пошли на лесопилку. Выход недалеко. Если там никого нет, блядь. О, у нас конкурент. Вот он. Охуеть. Спаркс. Один ранен. Один раненый. Вот он, вот он, вот он, вот он. Еще один есть. Нет, их еще, у них ты одного убил. Я в него дал, короче, разок. И он, и второй мне тут же дуплетом стреляет. Вот сейчас ебало, он набьем ее. Куда еще Тима пошла, которая была правей? $500 дали, заебись. Ага. Короче, кто тебя валит, если тебя подняли, ты с него потом $500 забираешь. Я что-то уже слышал такого. Такого кого-то. Она вот работает. Тихо. Их одного забрал, да, и спереди. И сзади еще был. Я его завалил здесь. Где-то тут баба моя лежит.
Вот она лежит моя. А, нет, где-то здесь она лежит. Я прям в голову ей ебал. У нее виллы в руках были. Так вот, виллы лежат. Походу, вот она лежит. Да, вот она. У нее любелька. Там еще спереди пидоры. Роспарка с оптикой. Красава. Хорош, еще, наверное, есть. Кинь метку, где убил. А, все, нашел. У него, да. Давай, давай. Где оружие? Где он, труп-то, блядь? Я оружие вижу, а трупа нет. Оранжевый значок такой был, да? Бутылка оранжевая. А, она обрывается, ее лучше не кидать без зеркала. Лучше кидать красную. Не, на воде горит огонь, а это взрывается огненный шар. Она стоит $70. Надо подождать, пока он сгорит, потому что можно сучку его сюда прийти. Так, это мы что, две тимы завалили и одного, да? Сейчас мало ли чего, что сюда придет сейчас. А он этот, пустодрочер, видел, он со спаркой сидел, он хотел просто выцелить. Да, будет прикольно, если он нас убьет в конце, именно этот пидор. Не, у него мало вероятно, что он мои 500 баксов заберет. Ха, обидно будет, пидор такой убил, блядь. Так, у нас этот фантом ебучий. Что-то мясника никто не ищет. Неужели мы... Да... Да пошли сходить сначала на фантома. Может, там никого нет, а потом на свинью, если что. Может быть, пока мы сейчас его будем забирать, свинью заберу. Псины ебучие.
Сигарета есть возле лесопилки. Вот она, карета. Куда ты пошел? Че, нет никаких? Да, чисто. Сожгем его сразу, ищу лампу. Найдем сейчас где-то тут есть что-то было. Вот он, топорик. Не башу. Блять, охуеть, у меня две полоски сожглись. Да я взял уже такой, пока ты там бегал. Сейчас заеду. Что осталось тут? На три удара, на четыре. Все, уходи. Сейчас я его добью, один удар остался. Обороны не будем ставить колючки, может они нам пригодятся на лесенике еще. Видно, в принципе, видно будет, если к нам кто-то придет. У меня еще труба под зал. Сука. Нам еще собачки помогают, если что. Опачки. Я думаю, можно... Нашу подсказку не брать, может к ним сходить или не стоит? Буду. Не, нахуй не пойду, я ж $500 заработал. Грубо говоря, я уже у них подсказочку забрал. Ой, не подсказку, но гора.
Ты видишь, я так тебе, как произошло, так я тебе и говорил. Мы бы сейчас пошли на мясника, а не сюда. Ебашились бы с ней. Может быть, они нас бы и убили. И мы бы сейчас тут ничего не взяли. О. Ну, мы бы, может, его и убили, но нам пришлось бы обороняться. Ну да. Сейчас читер к нам зайдет. Мы с ним когда играли вчера первый раз, я еще с ним даже не разговаривал. Мы с ним идем по улице, и нас давай обстреливать, короче. Он убивает одного, второго, блядь, и третий остается. Ой, один крайний. Я так кидаю гранату, убиваю его и противника. Это была наша первая карта. Ну я не знал, что он такой ловкий. Там, блядь. О, 125 заеб. Нет. Сейчас чек. Чисто вокруг. Я сейчас тоже пойду. Ну и Ники, блядь. Может быть, мы всех и убьем. О, блядь. А нет. Чисто.